Ух ты, какой ламповый вечерочек сегодня. Эмеральд. Привет, Нейзи. Что ты делаешь? А, я тут кушал, немножко ужинал. Я тут тебе перчатку приготовил. Чего? Я тебе перчатку приготовил, вот сиди кушай. Очень вкусный обед, вообще-то во Франции считается деликатесом. Спасибо, не надо. Но где ты взял тарелку и микроволновку? Это тайна. Ты ее украл? Почему сразу украл? Одолжил. Навсегда. Навсегда. Ну и что, все равно одолжил. Ладно, ты мой вор комнатный. На, держи. Ладно, что ж, дорогие друзья, всех приветствуем. С вами по-прежнему Эмеральд и Нейзи. И что же, это очередная серия летних приключений. Да. И чем мы сегодня будем заниматься, Нейзи? Ой, какой Нейзи, Нейзи. Мы сегодня пойдем грабить негров, отбирать у них вертолет наш. Для этого нам понадобится специальная экипировка, бандитская маска называется. Да, и сейчас мы... У нас я есть... Я похож на сову какую-то, не знаю. Ку-ку! Какую сову? Ты похож на какого-то актера погорелого театра. Ладно, вожми. Не знаю. Так, закрывай за собой двери. Обязательно закрываем двери за собой и идем. И пока под покровом темноты пойдем... Так, да. Дальше негров. Ой. Подождите, у меня что-то звуки не работают, я посмотрю, что-то не у так. У меня, кстати, тоже звуки не работают. Это ненормально, не знаю, возможно, это из-за дождя как-то связано. Кстати, да. Да. Ну да ладно, так, офицер, все нормально. Да. И пока, собственно, вот мы в прошлой серии убили босса. Да. Босса. Нигеров. А сейчас мы должны доубивать их, да? Да, кстати, да. Должны. Воу. Все, минус. А, стоп, ты где? Я у домиков, сюда. Чё, а зачем я пошел вообще к тебе? Ой, не к тебе, куда я вообще пошел, я не знаю. Стоп, ты где? А, там один только негр стоит, я не знаю. А где ты? Все уже не стоит. Уже не стоит? А, вот. Вот, ты что, последний. Так. Ой, черт, у меня патроны закончились, точно. Ой-ой-ой. Черт. Этого стреляем. Черт. Валим. Долбанный дождь, из-за него звуки не работают, как меня он бесит. Ну, кстати, ладно. Да. Так, давай. Закрывай! Закрой, черт возьми, черт. Так. О, кто открыл дверь? Ты? Я не открывал. Так, пусть с ними Франклин разбирается. Ой-ой-ой-ой! Выпустите! Ай, гады! Черт, негры! Кажется, к Нейзи, вот. Ай, черт! Нас зажали! Тупой негр, уйди! Все, я его зажал! Да что? Зачем ты меня убил? Я тебя случайно убил, прости. Давай, иди сюда. Окей. Да я достреляю обойму. Странно, как они успели отреконструировать эту крышу за один день, не знаю. Да, кстати. Мне так это очень странно. Окей. Опа, минусанул одного. Ай! Извини. Ай-яй-яй-яй-яй! Тут еще. А, это свой. Йо, он меня пугает. Так, стоп. Ну и где наш вертолет? Пошли, сначала всех убьем. Пойдем. Так, в гараже пойдем. Тоже надо всех зачистить. Обязательно. Ай! Ай-яй-яй! Черт! Ой-ой! Фу! Сам разбирайся с ними. Отстаньте, нет! Тэпус. Гады. Да постоянно меня убивают эти сволочи, уйдите! Убегаем! Курва! Убегаем. Черт! Ты джамп? Да! А, нет! Нет! Давай, тэпайся. Ну. Фух, все, убили всех. Все, убили всех. Так, черт. Давай теперь за мной. Кстати, мы забрали в прошлую серию, поэтому ничего нет. Теперь идем на крышу. Так, где тут лестница? Идем на крышу. А, вон лестница. Лестницы, конечно же, нету. А, нет, есть? Да. Ура. Давай. Негры позаботились. Сразу звуки набрали. О, да. Давай, засадись. А звуки-то все равно не работают. У меня работает звук. А у меня, к сожалению, нет. Жалко, ну ладно. Ой-ой-ой. Ну ничего, ребят, я так уж и быть не буду вас мучить, я на монтаже все эти звуковые эффекты ставлю. Так, давай куда приземляемся? На наш дом, да? Конечно. Нет, давай на кирпичное строение. Где Дилерон был? Да. Ну, вернее... Написали, что это был Дилерон, хотя я не разглядел его лица прошлой серии. Лол.
Какое кирпичное здание? Вот это вот. О, вот, вот, с буквой N, да. А, H вообще-то. Типа H. Хеликоптер, ну ладно. Ай! Чё? Ты выпро... Нифига себе, это так эпично еще было. Это ни хрена не эпично было. Я F1 нажал, понимаешь? Лол, и... А... И F одновременно. Господи, погоди, я не могу развернуться нормально. Так, погоди. Офигеть, Нейзи просто топовый какой-то. Этот самый водитель. Вертолет, пилот. Пилот, вертолет, реально. Да ё-моё, я не могу нормально посадить. А у тебя, кстати, лопасти крутятся? Лопасти? У меня крутятся, да. О, классно. Так, сейчас посмотрим. А ты знаешь, раньше был баг в это, в ранних версиях в Flight Mode, что там лопасти не крутились. Да. Нет! Фух, я успел сесть. Не падай! О, стоп, ты где? Я упал. Я не могу его приземлить нормально. Смотри, я это сниму в стиле экшена. Давай. Господи. Во-во-во-во-во. Во-во-во, давай-давай. Господи. Ладно, сойдет ты так. Окей. Нет! Нет! Нет, вертолетик, я спасу тебя! Нет! Ай! Я... Короче, все, я не хочу на это здание сажать, я хочу на другое посадить. Почему нафиг это здание, действительно? Так, куда же мне пойти? Негр, уже нет, отстань. Нет, ну ё-моё, да как я его посади? Это не вертолет, это мучение сплошные. Не вертолет, а наказание какое-то. Это реально. Так, ты всё, пока... Всё. Стоп, ты его... Да пос... куда ты, ну ё-моё! Я не... Я его сейчас припаркую на землю просто, всё, достал. Всё, пусть он на земле стоит, наказан этот вертолет. Да. Вон, на копа сейчас посажу. На копа? Да, господи, он еще не слушается. Что за бред? Почему он летает как обкуренный? Да что с ним не так-то? Что не так? Что за муха? Почему он стал мухой какой-то? Да не вертолет, так это не знаю. Фак человечества. Наказание какое-то. Сел на мунацию, за что ты ее так... Да, все, я, короче, паркую его. Да нет, ну куда? В бассейн. Класс. Все, ползи в бассейн. Да... Что ли? А? Все, поплавай. Класс, мы его больше не заведем, ура. Офигенный вертолет был. Фига. Да. Че за слизняк титановый? Он пережил выстрел из калаша. Действительно. О, пойдем лучше в амуниции. Да, у меня столько монеток. Так, и что я могу купить? О! Эльку! Эльку куплю, да. Да, эльку можно купить. Так, L96 магазин, только мы сегодня ее уже использовать не будем. Будем, а. У нас есть копы. Так мы вроде бы не бандиты. А мы и не вроде, и не за правопорядок. А кто мы? Проходимцы какие-то, не знаю. Мы какие-то особенные чуваки, которые спасают этот мир от зла. Так. Так, перезаряжаем М-ку. Все, я просто одного копа убью, а. он даже ничего не заподозрит. Лоу, а ну-ка, я тоже попробую его убить. На, получи. О, слушай, а если они не реагируют вообще никак, может всех их поубиваем и будем тут сами себе законами? Лол, ты жестокий. А тут был только один коп. Не, а он там еще прыгает. Где, где, где? Покажи. Вон. А теперь такой 360 ноускоп! Нет. Вот так. Бш! Ну давай же. Опа! Получи! Ай! Чё ты меня пулями своими стреляешь? Чёрт, чёрт. Ай-яй-яй. Стой, смотри, стой, не бей его, смотри. Окей. Убил, так убил. А! Стоп! Ты что сделал? Ты убил моего полицейского. Ладно, упс. Так, куда сейчас пойдем, Эмиральд? Мы сейчас пойдем, наверное, в Макдоналдс. А, давай покушаем куда-нибудь. В Макдоналдс пошли. О, полицейские, что они тут делают уже? Пошли в Макдоналдс. Пошли. Что это, кто? Ты с кем? Это я был. Это ты вот этого пытался? Интересно, этого чувака ограбить можно? Ай! Прости, я случайно. Я не знаю. Ну что, сейчас мы, ребята, пойдем грабить в Макдоналдс.
Да, и начнем мы, пожалуй, с этого чувака. Бэм! Бэм! Опа, чувак, ай! Чё там? Стреляем. Йо, это кто? Не знаю, это какой-то охранник, видимо. Йо, у него калаш. Ага, как у нас прямо. Так, никого вроде нету. А тут у нас сидит этот вахтер Макдональдса. Где здесь? А, да. Вахтер. Ну-ка. Все, давай, убивай его. Ну, окей, давай. У него все равно... Ой, прости, да что ты под... Под пули лезу, я знаю. Я такой человек, который лезет под пули. Так, окей. Убили, вахтнулся. Все, начинаем зачистку. Мы поменялись ролями. Походу. Но я тебя все равно спасу. Фига у них что, петухи? Закройте! О, начальник, он какой-то, не знаю, Волан-де-Морт какой-то белый. У меня вект, Крис есть. Крис? Что за Крис? Вот, смотри. Скажи. Стоп, а что такое? А у меня Скорпион Эбо. Давай, открывай. Си. О, я убил этого чувака. Да он нифига не дамажит. Он вообще странный. Фух. Все, добили. Все, ребят, мы офигенные. Мы просто завладели этим зданием. Все, теперь мы, можно сказать, охранники и владельцы этого Макдональдса. Класс. Всегда мечтал быть охранником и владельцем Макдональдса. Одновременно. Фу, фига я. Блин, у меня Мосберг есть. Теперь мы можем спалить это здание. Хочешь, мы его спалим? О, давай. Ну что же, ребят, сейчас будет эпичная штучка. Сейчас мы будем спаливать... Я не знаю, есть ли такое слово спаливать. Я не знаю, есть слово сжигать. Макдональдс. И... Это будет довольно-таки эпичное зрелище, и сейчас. Что же... Погоди, жди меня, давай вместе пойдем. Я думаю сделать это вот на F1, чтобы было красивее. И Нейзи, ты тоже снимай, и потом мы это мультикамом объединим. Давай. Раз, два, три! Ай, я себя поджег! Я криворукий. Давай, стреляй еще раз. Так, попытка номер два. Ой, сколько мы тут круги сделали. Опа! Черт, что-то не поджигается. Оно так, если... А ты в прыжке стреляй. А, вот так вот попробуем сделать сейчас. Вот эти вот просто возьмем и вот так вот сделаем. Вот, все. А полицейский стоит, ему пофиг, да? Да, ну, конечно. Да, ты... Зачем? Ему он не залетел. За это не платят. А почему-то это здание как-то не поджигается, я не знаю почему. Вроде как дерево должно поджигаться. А ну давай попробуем со второго этажа. Давай. Это как-то реально странно. Ну, может, внутри что, не знаю, выстрелить из Мосберга, а? Да. Ну. Вот, все, горит. Уходи! О, горит, ура! Ай-яй-яй, я горю, я горю. Черт! Помогите! Нейзи, помоги, дай воды. Воды? Да. Где у тебя воды? Ай! Ой-ой-ой! Че, ты где? Напусти, куда идти, черт! Я больше не буду стрелять из этой какашки. Все, а теперь смотрим, как здание медленно сгорает. Да. И мы этого не видим, к сожалению. Ну сейчас огонь там будет. А, вот, отсюда видно. Да, вон видно. Фига. Я вот отсюда, вот с остановки, вот прямо поснимаю. Угу, давай. Вот. Нажимаем на Ctrl. Идем. Ух ты, тут зумировать можно. Я не знал об этом, что тут можно зумировать. Что здесь зумировать? А, точно, я же как его. Держу в руке эту штуку. Но это выглядит красиво, на самом деле, как будто я реально зумирую. А, да, кстати, вот так. Жук. А, точно, когда идешь, так... Как в фильме Крафт Варс, прямо. И все это без After Effects, главное. Ну, это не фильм, это... Типа, сериале. Да пофиг. Главное, что красиво. О, они там охреневают, наверное. Их Макдональдс сгорел. Черт, этот Ашот не может выбраться оттуда. Он боится, его спасает охранник. Они прям как-то, не знаю, это так красиво кинематографично выглядит. Так, где они там? Ты их потерял. Так, а ну отсюда посмотрим сейчас. Так, ну-ка. Не видно. Странно, а где они? Не знаю. А, вот они. Во-во. Давай, стреляй. Бум. Ой, с чего я стреляю? О, стреляем. Слушай, а у нас есть же коктейли Молотова вроде бы. Или нету? О, продажи. Чувак, продажи есть, гранаты. Точно, давай, пошли.
я не знаю, они должны быть против продажи. Ну, по крайней мере, у нас на Диком Западе они продавались точно. Ну-ка, давай посмотрим. Куда я пошел? Во, не, гранаты, во, продает гранат. Не, у него только за это, слышим? У него только за еду, которую он не хочет и кушать. Да, кстати. Да. Так, ребят. Ну что, Нейзи, чем еще мы сейчас займемся? Вроде как мы эту штуку спалили как-то, не знаю. Вроде как она сгорела вся. В следующей серии мы ее окончательно добьем и построим на ее месте какой-нибудь гипермаркет, не знаю. Или свою точку. Гипермаркет. А, я придумал, что можно сделать. Что? А, мне, во-первых, нужно железо. А во-вторых, нужна это... Ну, из гравия эта фигня. Из гравия? А, я понял. Тебе нужна зажигалка. Да-да-да-да. Да, хорошо. Ой-ой-ой, кто стреляет? Не знаю. Так. Ох ты! Тут и выжившие негры. Где выжившие? Чё, меня сейчас убьют. Одно хп, два хп. Я тебя спасу, Нейзи. Нейзи, иди сюда, я тебя спасу! Чёрт, чёрт. Блин, меня убили. А ну, положите оружие. Ай! Гады. Всё, он умер. Отлично. Угу, всё, найс. Так, замечательно. Так, ну что ж, Нейзи, в принципе... Мы сделали достаточно крутые вещи. Что, нам да, пора кстати. Домой, пожалуй, я думаю. Нам пора домой и отдыхать. И положить наши вещи. Как думаешь, да? О, что думаешь? У меня коп согрелся. Ну, если коп, как он мог согреться? Это же ну, я по ним стрелял. А, ну тогда ладно. Я пока вещи положу. Чуть не сказал Нейзи положу. Нейзи, я сейчас Нейзи положу. Окей, я... А я к тебе еще проберусь необычным способом. Он. Так. Ну-ка, ты где? А, ты дома, точно. Да. Я прямо как с револьвером такой иду. Йоу. Так. Смотри, готов я сейчас к тебе приду необычным способом? Весьма. Готов. Сейчас. Ну, где же ты? Жди. Я такой сейчас прячусь. А, это... Сейчас. Секундочку. Я спрятался. Сейчас. Смотри в окно. Ай! Ну и где ты? Я упал. Сейчас жди. Офигенный ассасин из тебя, конечно. Жиросин. Раз мой персонаж, не знаю, забраться не может. Господи. Ну-ка. Сейчас. Апельсин какой-то, не знаю. Мне нужен какой-нибудь блок. Секунду. Блин. Где я его возьму? Короче, сейчас еще раз попробую. Хоть, блин. Я упал, короче, жди. Сейчас будет. Так, чуваки, чтобы вас не травмировать долгими хождениями, я быстренько сбегал за грязью. И сейчас мы... Ага, и сейчас он будет принимать грязевые ванны. Ку-ку. Привет. Почему я пролезть не могу? Эй. Эй, фоточка закрыта. Ты Винни-Пух, который застрял в дупле. Ну-ка. Все, закрываем. Да, грязь у нас толстый. Гони бабки. Сейчас, погоди. Так, вот. И сейчас такой... Мани. Посмотри в сундук, сколько мани у меня. Посмотри в сундук, говорю. Я тебя буду посыпать деньгами. Да ты отстал. Все, фонтан из денег. Так, друзья, думаю, на этом будем уже заканчивать. Конечно, да? Будем мы все заканчивать. Что ж, дорогие друзья, подписывайтесь на канал, ставьте комментарии, ждите новых выпусков. Всем пока! Пока-пока. И не кушайте перчатки, которые делает Эмеральд. На, забирай.